уедем по Зимнику. Хотя сначала предполагали ехать по этой дороге на снегоходах. Но у нас ничего бы не получилось. Сергей Васильевич, как дорожка? Нормально. А настроение? Отлично. На рыбалку охота? Очень. Вот так вот и едем. Мучаемся, но едем. Там у нас прицепчик болтаться. Дорога меняется кардинально. Было полное лето-весна, сейчас уже зима. Сугробы большие. Парни несутся впереди с бешеной скоростью. Вот мы приехали, распаковываемся. Сам ты первый пришел и посол. А вы засадцы. Ну что я могу сказать? На место мы прибыли, пакуемся. Вау! Опять ущерб нанесенный. Подсчитываем. Двум канистрам. Двум канистрам. Блин. Ну больше, чем вчера. Или да. Такая же, такая же. Опа, 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 опа. Так, так, так. Держи, снимай. Пускай. Я за глаза его. Пускай, бля. Пускай обратно стравлю. Запись это идет? Это не страшно. Хорошая. Подожди, помучаем. Запись-то идет у тебя уже, да? Красный. А? Так, да, да, все работает. Потерпи. Вот, Серега. Вот так. Ах, красавица. Красавица. Не надо ее рвать оттуда, как из колодца. Да. Технично надо делать.
снимай, а ты ее поднимешь. Ты что? Есть. Нормально, нормально. Она обморо... Не торопись, не торопись, пускай стравлю. А, стравлю, стравлю, да. Я стравлю, в руках она у меня стравливается. Что ты? Багра нету. Серега, готов? Подожди, подожди. Багра не видать. Не зашла в лунку. Не торопись. Не да торопись. Не тороплюсь я. Давай. Стой. О! О, давай. Нормально. Молодца, Серега, поздравляю. На. Руки дрожат. Вещь! Есть. Давай сейчас фотку. Фотку не убирай. Снимай. Алкаш ты. Еще раз. Здравствуйте. Ну все, все. Да подожди. Ну какая же, походу. Не торопись, не хватит. Ты нос увидишь, да, хватай. Ну так понятно. Заглазки, заглазки. Карие очи. Ой. Да, маленькая. Маленькая. Сама приятно. Приятно. Смотри, так интересно. Вот ну, какие жопы, да? Тянем, тянем. Вытянем. Все равно вытянем. Сука, кивает. Обратно кибернетиком за воды. Окунь. Получилось? Маленькая щучка. Маленькая, да удаленькая. Утро последнего дня. Четыре сработки. Одну уже вытащили. Неплохая, как минимум килограмма три.
Scout Trophy 2011, весна. Начало апреля. Опа, опа. На зимней липучке. На зимней липучке, да. Ничего, весело едем. Понятно, как у вас дела. Ну, видишь, расставил. Я тут не мог предположить. Спустя трехчасовой поездки 70 километров преодолеваем река Ганда. Утонет, не утонет? Мы же ее два раза будем пересекать. Нет, там не Ганда. Там кондури. Стой, сейчас есть. Кондури? Офигеть. Не, не утонул. А теперь мы. Речка, матушка, Ганда. Да чего ж ты хорошо. Экипаж машины боевой. Ура! Эй, шайтана! Шайтана-ма!